страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия за зла. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. И поднимаю свой флаг моего. Моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия за зла. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. И поднимаю свой флаг моего государства. Поднимаю свой флаг моего государства. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые участники митинга. Сегодня мы собрались вместе с вами, чтобы почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны и других локальных войн, и не дать забыть живым об этом пережитом народном горе. День защитника Отечества – это символ патриотизма, верности государству и вооруженным силам. Мы по-особенному относимся к подвигам солдат Великой Отечественной войны, гордимся славными традициями российской армии, теми, кто в рядах вооруженных сил защищает нашу Родину сегодня. Среди героев многочисленных войн, через которые прошла наша страна, есть имена наших земляков, уроженцев Ботвинского района. Жители этой прекрасной земли горды тем, что мужчины сегодняшнего поколения выполняют достойный свой долг в вооруженных силах, на своих постах силовых структур, трудовых коллективах. Сегодня мы поздравляем и будущих защитников рубежей, и тех, кому еще предстоит охранять покой и безопасность границ. С праздником! С Днем защитника Отечества! Митинг, посвященный Дню защитника Отечества, объявляется открытым.
предоставляется главе муниципального района Ботлинский район Гамзатову Руслану Супьяновичу. Уважаемые друзья, позвольте мне от себя лично, от всех жителей нашего района, сердечно поздравить всех с Днем Защитника Отечества. Это праздник, к которому у населения нашей страны всегда было особое отношение, и он занимает особое место среди праздников нашей страны. Мы знаем, что защитники Отечества – это особая категория людей, пользующихся большим уважением и доверием среди населения во все времена в истории нашего государства. Благодаря им эта страна сохранила свою независимость, сохранила свой статус великой державы. И мы не перестаем благодарить и ветеранов, участников всех боевых действий, всех боевых событий, благодаря кому нам удалось отстоять нашу свободу и мирное небо над головой. Мы также склоняем головы и благодарим наших защитников, которые сегодня, находясь на передовой, защищают нашу отчизну, интересы нашего государства. И в то же время хочу также поблагодарить всех, кто кует победу в тылу и обеспечивает нам, нашу армию, наших защитников всем, что необходимо. Особо отмечу, что Ботлинский район всегда занимал достойное место, и наши жители всегда отличались особой любовью к родине, и мы активно становились в строй, когда приходил час испытаний, когда на кону стоял вопрос о сохранении нашей государственности и нашей независимости. Здесь сегодня с нами присутствуют и ныне действующие защитники нашей страны, военнослужащие, представители правоохранительных органов, другие категории, которые обеспечивают нашу безопасность и спокойствие нашей жизни. Здесь также присутствуют и ветераны различных боевых действий, в том числе афганских событий, событий 1999 года в Ботлинском районе, участники специальной военной операции. Хочу всех вас поблагодарить от имени жителей Ботлинского района и сказать вам большое человеческое спасибо за то, что вы были, за то, что вы есть, и даст Всевышний, вы будете еще долгие годы рядом с нами. Пусть этот день станет для нас очередным напоминанием того, что самая большая ценность для нашей отчизны – это свобода. Это независимость от кого-либо, чем немногие государства в сегодняшних условиях в мире могут похвастаться. Мы знаем, что кто не кормит свою армию, кормит армии чужие. Но этого в истории нашей страны никогда не было, и защитники Отечества, военнослужащие, другие категории всегда будут пользоваться особым доверием, особым авторитетом для подрастающего поколения, ориентиром и примером для подражания. Уважаемые друзья, желаю всем нам мирного неба над головой, благополучия, мира и всем нам процветания. Спасибо. Слово предоставляется командиру военной части Оленину Яну Борисовичу. Добрый день, уважаемые друзья. Что такое защищать свою землю, свой дом в Ботлинском районе, знают на личном примере. И не только благодаря событиям 99 года не было ни одного конфликта, не говоря уже о Великой Отечественной войне, где бы наши земляки не показывали себя с лучшей стороны, не отдавали своей жизни за то, чтобы мы жили свободно. Нашими предками сделано немало усилий для того, чтобы мы имели право выбирать, какую веру исповедовать, куда идти учиться, куда пойдут наши дети. И сейчас, в этот день, День защитника Отечества, несколько дней осталось до двухлетия, грубо говоря, спецоперации на Украине. Нынешнее поколение выполняет эти задачи мужественно и отважно. Кто там был, в принципе, всю сторону, отвратительную сторону войны знает, и тогда он начинает больше всего ценить мир. Больше, чем те, кто участвовал в войне, мир не ценит никто. Мы эту задачу должны и это отношение перенести на подрастающее поколение. Благодаря их действиям и наше светлое будущее будет мирным и спокойным. Всем защитникам Отечества, ветеранам, тем, кто сейчас защищает интересы страны, хочу пожелать всего самого хорошего и самое главное — мира, мира и мира. Спасибо, с праздником. Слово предоставляется участнику специальной военной операции Патахову Гаджимураду. Сегодня Всевышний дал нам возможность встретиться вот здесь,
Такой знаменательный праздник, 23 февраля, День защитника Отечества, от лица 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Поздравляю всех и дай Аллах, чтобы мы вот так встречались чаще и любите друг друга. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Поклонимся низко, возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. В этот день нельзя забывать участников всех больших и малых войн. Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченской, событий 1999 года в Ботлевском районе, специальной военной операции, всех тех, кто честно и мужественно исполняет свой интернациональный долг. В память о всех защитниках Отечества, кто не дожил до этой даты, объявляется минута молчания.
23 февраля – день, который является настоящим символом чести и мужества. День, который каждый год отмечает вся наша огромная страна, в каждом ее уголке. Праздник «День защитника Отечества» напоминает нам о том, что все самое дорогое, что у нас есть, может подвергнуться опасности. И долг каждого из нас, если придется защитить свое Отечество. Всегда было заведено ни провода в армию, ни побед, ни солдатской славы, и, конечно, в День защитника Отечества вдохновлять мужчин всех поколений красивой музыкой и песней. Вот и сегодня наш творческий коллектив Управления культуры готов внести большой заряд хорошего настроения. «Письмо солдата» – так называется песня, которая прозвучит в исполнении Саниат Саидовой. Подожди, я вернусь, постучусь тихо в дверь на заре, и устала тебе улыбнусь. Помнишь так же, как в том сентябре? Ты меня подожди, я вернусь, и признаюсь в любви, не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня. Ты меня подожди, я вернусь. И признаюсь, в любви не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня. Подожди, я вернусь. Мы закружимся в танце с тобой. Отведу я от глаз твоих грусть. Ты мне скажешь, единственный мой. Ты меня подожди, я вернусь. И признаюсь, любви не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня. Ты меня подожди, я вернусь. И признаюсь, в любви не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня. Расцветут все цветы на земле, будут птицы нам петь, и тогда я скажу, я вернулся к тебе навсегда, навсегда, навсегда. Ты меня подожди, я вернусь, и признаюсь, в любви не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня. Ты меня подожди, я вернусь. И признаюсь, в любви не тая. Посидеют виски, ну и пусть. Лишь бы знать, что ты любишь меня.
лишь бы знать, что ты любишь меня. На сцену выходят самые юные участники, воспитанники детского сада «Золотой ключик». Встречайте аплодисментами наших замечательных детишек. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными, все времена, праздники в суровые горестные периоды согревали наши сердца. Они и сегодня не дают нам забыть, кто мы, откуда наши корни, какие ценности мы храним и пронесем через века. Россия, край святой, державный, защитников твоих не перечесть. Твои солдаты путь проложат славный, имея мужество, достоинство и честь. Песня в исполнении Лабазана Магомедова. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимались как один, те, кто брал Берлин. Нет
в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Большинство поколений нашего района. Много слез и страданий выпало на долю матерей, бабушек и жен. Порой только любовь, умение терпеть и переносить все тяготы и лишения расставаний, сохраняла жизнь отцов, сыновей на огненных рубежах. На сцене фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих». Ох, Чайра Буртина. Нельзя забывать участников всех больших и малых войн. Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченской,
событий 1999 года в Ботлинском районе, специальной военной операции, всех тех, кто честно и мужественно исполняет свой интернациональный долг. Сегодня в зоне специальной военной операции решается судьба мира на Земле, наша с вами судьба. Мы уверены в победе, уверены в наших парнях, которые стоят на защите исторической памяти, отодвигая врага от границ России. Мы держим кулаки за наших ребят и желаем всем нам мира, добра и скорейшей победы. На этом наш праздничный концерт подошел к концу. Благодарим вас за внимание. С праздником! До новых встреч!